Значит, 26 ноября 2021 года. День хороший, нахожусь в отделении полиции в Ушме. Значит, вот у меня лавочка тут, как бы двери открыты, но задержали, привезли, будем сейчас разбираться. Значит, господин Бякин, в Пышме. История такова. Значит, сегодня два брата Махмудовых сдавали документы в Верхней Пышме на гражданство. Эти документы они тяжело сдавали, то есть им не назначали даты, им переназначали эти даты, то есть и так далее. То есть момент сдачи документов был несколько месяцев составлял. В Пышме есть также люди, которые сдают по полтора года. Но в связи полным непрофессионализмом инспекторов и злоупотребление правом со стороны сотрудников УВМ. Значит, сегодня просто мы приехали в Пышму с полным пакетом документов, значит, с готовым, то есть идеально подчерканным, там, то есть идеально исправленным. И нам сказали, что документы у вас приниматься не будут, инспектора нету, но вы можете оставить документы, как бы придет инспектор, посмотрит. Мы вежливо передали эти документы, значит, сотруднику полиции, это все снималось на видеокамеру, и сказали, раз инспектора нету, и вы принимаете документы, то есть тогда вы нам просто сдайте справку, что документы приняты, что не у вас лежат, там же оригиналы тоже, как бы, госпошлины и все остальное. Значит, нам сказали, что нет, справок мы вам никаких не дадим, типа, забирайте свои документы. Значит, немножко еще поговорили, нас сказали, переходите в 6-й кабинет, там Мартыненко, сдавайте документы. Мы зашли в кабинет, инспектор меня выгнала, я ушел из кабинета, она закрыла двери, начала принимать документы. Что-то там ей не понравилось, непонятно что, значит, она сказала, что, значит, все, идите, до свидания. Дату она не переназначила, человеку не сказала, что конкретно исправить. И третье, раз она отказала, мы по административному регламенту снимали на три телефона снимали. Имеем право человек получить справку либо о приеме документов, либо в отказе в приеме документов. Это дается справка. Инспектор, напомню на секундочку, вообще не имеет по закону права отказывать, если у человека полный пакет документов идеально собранный. Решение должно приниматься управлением. То есть, до управления из Пышмы именно документы не дошли вот в этом году более чем у 1000 человек. Из этих 1000 человек,